Выставка. Тендзикай. Доужоу-джинбуц. Ямада. Сотрудник отдела по делам с Россией Департамента международных связей японской торговой фирмы Евразия. Мария. Сотрудник российской компании Сакура. Кёмото. Сотрудник отдела по делам с Россией Департамента международных связей японской торговой фирмы Евразия. Сато. Помощник. Райджоша. Посетитель. Подготовка к выставке. Тендзикай джунби. Давайте представим продукцию компании Сакура на международной выставке. Сакура компании но ториацкау шоухин о кокусай михоничи де шоукайшимашоу. Мы могли об этом только мечтать. Нигатте мо най кото дес. Непременно, давайте так и сделаем. Зехи со шимашоу. Стенд уже забронирован. Бус ва йояку ште аримас. Компания Сакура может использовать часть нашего стенда. Вагаша но бус но иккаку о Сакура компании сан ни цукатте итадакимас. Заранее благодарю вас. Йорошику онегай шимас. Сколько дней продлится выставка? Тендзикай но кайкай кикан ва нанничи кан десу ка? 4 дня, с 1 по 4 мая. 5月1日から4日までの4日間です. 1 мая – предварительное открытие для СМИ. 5月1日はマスコミ向けのプレオープンです. Получается, остальные посетители не смогут попасть на выставку. つまり、一般客は展示会には入らないということですね. Да, все верно. その通りです. На выставке наша компания представит косметику, сладости и черный чай из России. 展示会では、我が社はロシアの化粧品、お菓子、紅茶を出品します. Я понял. 承知しました. Образцы очень важны. Вы доставите их морем или авиапочтой? サンプルが大事ですが、船便ですか? 航空便で持ち込みますか? Морем. 船便です. Мы отправили их месяц назад. 1ヶ月前に発送しました. После прибытия образцов в порт Тояма мы доставим их на выставку по суше. 富山港に到着後、陸路で会場に運びます. Скажите, брошюры и рекламная продукция будут доставлены вместе с образцами? あとは パンフレットとか販促品も一緒に到着しますか? Да, мы отправили их с запасом. はい、個数は余裕を持って発送しました. Как поступим с сотрудниками у стенда? ブースの人員ですが、どうしましょうか? В качестве помощников можно направить кого-нибудь, говорящего по-русски, из отдела по делам с Россией. Или может пригласить переводчика? ロシアから応援要員としてロシア語が話せる社員を派遣してもいいですし、通訳者をアサインしましょうか? Да, вы правы. そうですね. Я хотела бы нанять пару людей, говорящих по-русски, которые в качестве помощников подавали бы гостям чай и русские сладости. アテンダントとして紅茶やロシアのお菓子を来場者に振る舞ってくれるロシア語が話せる人を2名ほど雇いたいです. Уровень владения русским языком примерно как у переводчика. ロシア語のレベルは通訳できるくらいですか? Думаю, да. そうですね. Для деловых переговоров мне подойдет и английский язык. 私は商談でしたら英語でも大丈夫ですけど. Но если есть такая возможность, я хотела бы иметь рядом человека, который достаточно свободно говорит по-русски. もしできればロシア語がかなりできる方がいいですね. Я вас понял. 承知しました. Я бы хотела разместить на стенде вывеску с названием и логотипом компании Сакура. ブースの壁にサクラカンパニーのロゴと社名の看板を下げたいのですが. Где ее можно заказать?
それはどこで頼めますか? Этим занимается компания организатор выставки. Давайте сделаем заказ от нашей фирмы. 見本市を統括している会社が手配をしているので、我が社からオーダーを出しておきましょう。Большое спасибо. ありがとうございます。Будете ли вы делать презентацию для СМИ 1 мая? マスコミが入る5月1日ですが、マスコミ向けにプレゼンテーションされますか? Да, мы думаем сделать 10-минутную презентацию нашей компании. ええ、10分ほどの会社説明を考えています。Сценарий уже готов? その原稿はできていますか? Да, готов.はい、あります。Мы также подготовили презентацию в PowerPoint. PowerPoint も用意してあります。Нужно ли организовать устный перевод? 通訳は手配しますか? Да, пожалуйста. そうですね、お願いします。Понял. わかりました。Спасибо вам большое за все. 何から何までありがとうございます。Не за что. До и ташмаште. Ямада-сан, касательно политики ценообразования. Ямада-сан, 価格設定に関してですが. Так как мы продаем товары через вашу компанию, мы не устанавливаем цены сами. 御社を通しての販売ですから、我が社からは見積もりは出しません. Вы ведь подготовите для нас прайс-лист. 御社からプライスリストはご用意いただけるんですよね? Конечно. もちろんです。У стенда будет представитель нашей компании, поэтому вы в любой момент сможете обратиться к нему во время деловых переговоров. ブースに一人は我が社の人間がいますから、いつでも商談に呼んでください。Поняла. 承知しました。Подготовка стенда.Бусу джунби. Мария, вы можете начать подготовку на месте уже завтра. Мария-сан, 明日から会場設営できます. Мы получили сообщение от организатора, что груз, отправленный вашей компанией, уже находится там. 御社が発送した荷物もすべて会場に搬入されていると、主催者側から連絡も来ています。Хорошо, я поняла.承知しました。Завтра я первым делом отправлюсь на место проведения выставки. 私は明日朝一番に会場入りします。Все вещи находятся у стенда. 荷物はブースの中にすべてあるんですよね。Да, все верно. ええ、そうです。Я отправлю вам помощь. 手伝いをよこしますよ。Наши молодые сотрудники полны сил и говорят по-русски. うちの若手社員は体力もありますし、ロシア語も話せますからね。Спасибо за помощь. 助かります。Насколько я знаю, вывеска с логотипом и названием вашей компании уже готова и размещена на стенде. 御社のロゴと社名の看板はすでに作成済みでブースに設置されているそうです。Правда? Как хорошо. そうですか。よかった。Я немного переживала насчет этого. ちょっと心配していました。Значит, я могу сконцентрироваться на оформлении образцов. では、私はサンプルのディスプレイに専念できます。Очень надеюсь, что выставка принесет нам успех. いい展示会になるといいですね。Да, непременно. はい。きっとそうなります。На следующий день. 翌日。Господин Киомото, спасибо, что согласились помочь нам в подготовке сегодня. Киомото-сан, 今日は設営のお手伝いありがとうございます。Не за что. どういたしまして。Физической силы у меня хоть отбавляй, так что обращайтесь. 僕は体力だけはありますから、何でもおっしゃってくださいね。Звучит многообещающе. 頼もしいわ。Итак, с чего начнем? さあ、何から着手しましょうか? Так,
Давайте начнем с распаковки коробок. Дева, この段ボールの開梱からお願いします。Понятно. かしこまりました。Господин Киомото, когда закончите с распаковкой, не могли бы вы положить все вещи перед полкой? Киомото-сан, 開梱が終わったら全部この棚の前に置いてくださいますか? Да, понял. はい、わかりました。Я все распаковал и разложил. 開梱して中身を全部並べましたよ。Спасибо. ありがとうございます。Так.Давайте сложим брошюры на этом столе. Дева, памфлет на этом тейбле не цинде окимашо. Я сделаю пачки по 20 штук. 20 май зуцу, 1 сок ни ште окимасё. Спасибо большое. Аригатоу гозаимас. Куда положить рекламные товары? Хансокхин ва доко ни окимаска? Не могли бы вы положить их под стол? Коно тейбле но шта ни ойте кудасаймаска?Так, чтобы их не было видно снаружи. 向こうから足元が見えないのでちょうどいいです。Я понял. わかりました。Теперь давайте разложим образцы на полках. サンプルの棚に商品を載せます。Косметические продукты – это самое важное, поэтому я хотела бы разместить их на самом видном месте. 化粧品がメインなので一番良いところに置きたいんです。Как вы думаете? どうしましょう? Да, думаю, их стоит расположить на уровне лица посетителей. そうですね。やはり来場者の目線に合わせて高さを調節したらいいでしょうね。Положите их посередине. 真ん中に置いてみてください。Что касается сладостей, я положу их на полку на уровне пояса. お菓子は手に取りやすい腰のあたりの高さの陳列棚に置きます。Отлично. А, いいですね. Что будем делать с чаем? 紅茶はどうします? Я положу его туда же, куда и сладости. お菓子と同じところに置きます. Еще я хочу сделать так, чтобы у посетителей всегда была возможность выпить чаю. それと、お茶はいつでも飲んでいただけるようにしたいのですが。Ой, я забыла заказать чайник. А?ポットの手配を忘れていました。Ах, вот как. А, そうですね。А бумажные стаканчики у вас есть? あと、紙コップはありますか? Да, есть. Э, 用意してあります。У организатора выставки есть отдел, занимающийся подготовкой необходимого инвентаря. Я попрошу их предоставить все необходимое.では、主催者に備品手配の部署がありますから、僕がすぐ手配をお願いしてきますね。Можно попросить еще удлинитель. 延長コードもお願いできますか? Понял. わかりました。Выставка открылась. 展示会が始まった。Мария, здравствуйте. Меня зовут Сато. Мария さん、こんにちは。佐藤と申します。Я буду помогать вам у стенда. ブースでのお手伝いをします。Очень приятно. よろしくお願いします。Приглашайте как можно больше гостей к нашему стенду. 来場者の方をたくさんブースに呼び込んでください。И еще рекомендуйте им продегустировать сладости и черный чай. そしてお菓子の試食、紅茶を勧めてあげてくださいますか? Все понятно.承知しました。Косметическая продукция – это самое важное. 化粧品がメインになります。Если кто-нибудь заинтересуется ей, дайте мне знать. Я возьму все на себя. 化粧品に関心を示す方がいたら、私が対応しますので、すぐ声かけてくださいね。Понятно. わかりました。А если попросят только пробный образец косметики?化粧品のサンプルだけ求められたらどうしたらいいですか? Дайте его. 差し上げて構いません。Если вы сможете заинтересовать посетителя и дадите мне знать, я буду очень благодарна. うまく関心を引き出して私につないでくれたら助かります。
Я постараюсь. 頑張ります。Тогда сегодня я полагаюсь на вас. では、今日一日どうぞよろしくお願いします。Да, рад помочь. はい、よろしくお願いします。Общение с посетителями. 来場者へ声かけ。Мария, посетитель спрашивает, за какое время сладости могут быть доставлены в порт Йокогама, если их отправить из Москвы? Мария-сан, こちらのお菓子ですが、横浜港へ発送してもらったら、モスクワから何日で到着するかと来場者から聞かれました。Передайте, что примерно за 8 дней. おおよそ8日間とお伝えください。Понял. わかりました。Кстати, что мне делать, если спросят о расценках? ところで、見積もりをくださいと言われたらどうします? Скажите, что специалист из торговой фирмы Евразия, господин Ямада, придет во второй половине дня, и тогда можно будет обсудить сделку с ним лично. Евразия 貿易の Ямада さんが午後から来るので、直接商談できますと伝えてください。Понял. わかりました。Можно ли мне выпить чаю? 紅茶いただいてもいいですか? Конечно. もちろん。Уже 10 часов. もう10時ですね。Сделайте перерыв. 少し休憩してください。Давайте отдыхать по очереди примерно по 20 минут. 交代で20分くらいずつ休みましょう。Спасибо большое. 助かりました。Очень тяжело все время стоять и зазывать посетителей. Ноги болят. 立ちっぱなしで呼び込みをしていると足が疲れてしまって。Понимаю. わかります。Наверное, в конце дня ноги будут как не свои. 多分、一日の終わりには足が棒ですね。Пожалуйста, садитесь и отдохните. 適当に座って休んでくださいね。Наш успех зависит от наших сил. 体力勝負ですからね。Да. はい。Можно попробовать сладости? このお菓子を試食してもいいですか? Конечно. もちろんです。Эти сладости называются пряники. Они похожи на мягкое печенье с различными специями.このお菓子はプリアニキといって、いろんなスパイスが入っているソフトクッキーのようなものです。Также они долго хранятся. しかも保存期間が結構長いんですよ。Вкусно. 美味しいです。Где их можно купить? どこで買えますか? Супермаркет ВВВ, с которым заключен договор консигнационной продажи, имеет сеть по всей стране.Поэтому вы можете купить сладости в любой точке. 委託販売契約をしているスーパーの BBB でしたら、全国展開しているので、どの店舗でも買えますよ。Спасибо. ありがとう。Появляется посетитель, желающий обсудить сделку. 商談を求める来場者現れる。Мария.Вот посетитель, желающий поговорить о косметической продукции. Мария-сан, о 化粧品のことでお聞きになりたい方です。Поняла. 承知しました。Здесь уголок для переговоров. こちらが商談コーナーです。Садитесь, пожалуйста. どうぞおかけください。Сейчас я принесу для вас чай и сладости. ただいま、ロシアのお菓子と紅茶をお持ちします。Приятно познакомиться. Хажимемаште. Я управляющий салоном красоты в Йокогаме. 私、横浜でビューティーサロンを経営しています。Меня зовут Като. Като と申します。Я Мария из компании Sakura. Sakura Company のマリアです。Переходя сразу к делу, хочу сказать, что я заинтересовался вашим кремом.早速ですが、御社の美容クリームに興味を持っています。Расскажите, пожалуйста, о его эффективности. 効能を教えてください。
Я очень рада, что вы проявили интерес. ご関心いただき大変嬉しいです。Омолаживающий эффект этого крема высоко ценится состоятельными россиянками. このクリームの若返り効果はロシア人の富裕層の女性に高評価なのですよ。Правда? そうですか。Значит, его используют в салонах красоты? エステサロンで使用されているということですか? Все верно. その通りです。Эффект от использования этого крема очень высок при продолжительном использовании. 継続して使っていただくことで効果も高いです。Поскольку это дорогой продукт, его часто выбирают состоятельные люди, имеющие возможность посещать салоны красоты. 高価格帯の商品ですから、エステサロンなどに通える富裕層の方に手にしていただくことが多いです。Этот продукт очень популярен. 人気の商品です。Думаю, посетители моего салона заинтересуются этим кремом. 私のサロンのお客さんたちの目にも留まりそうです。Какой у него срок годности? 消費期限はどれくらいですか? 3 месяца. 3ヶ月です。Крем не содержит консервантов. 防腐剤が一切入っていません。Это соответствует запросам обеспеченных клиентов. それは高級志向にも合っていますね。Сколько штук в минимальной партии? ワンロット何個ですか? От 100 штук. 100個からとなっています。Понятно. わかりました。Могу ли я узнать расценки? 見積もりはいただけますか? Место приема – порт Йокогама.受け入れ口は横浜でお願いします。Поняла. 承知しました。Агентский договор заключен с торговой фирмой Евразия в Йокогаме. Поэтому всю информацию предоставят они. 代理店契約をしているのは横浜のユーラシア貿易さんですので、そちらからご連絡をしていただきます。С вами можно связаться по почте, указанной на визитке, верно?こちらの名刺に記載のメールアドレス宛てでよろしいですか? Да, пожалуйста. はい、お願いします。Выставка успешно завершилась. Банкет. 無事終了。打ち上げ。Мария, поздравляю. Это был большой успех. Мария さん、展示会大成功おめでとうございます。Ямада-сан, все благодаря вам. Спасибо. Ямада-сан のおかげです。ありがとうございます。Давайте выпьем за удачное завершение выставки и за дальнейшее развитие сотрудничества между компанией Sakura и торговой фирмой Евразия. では、展示会成功と Sakura Company とユーラシア貿易のさらなる協力関係の発展を記念して、乾杯。